Сохранить во взрослой жизни внутреннего ребенка непросто, но артистам это удается без труда. Еще и зрителей заряжать получается. Из сезона в сезон актеры репетируют, выходят на сцену и радуют публику. В отличие от футбола, у нас в балете не проигрывают. Такие праздники больше напоминают встречи добрых друзей. Артисты из всех самарских театров собираются в одном месте, общаются, делятся свежими светскими новостями и просто хорошо проводят время. Все в ожидании новых премьер, в ожидании каких-то театральных открытий. Вливается новая кровь, открываются новые театры в Самарской области. Поэтому, конечно, праздник. В год театра сезон обещает быть особенно богатым на премьеры и творческие программы. Самара – театральный город. В октябре местному отделению театральных деятелей 105 лет. Это первый творческий союз, созданный в России. Мы готовим и творческие вечера, и сольные концерты, и спектакли наших театров будут здесь, и самостоятельные актерские работы. Все это будет в новом сезоне. В честь открытия нового сезона в Доме актеров организовали необычную выставку. На портретах изображены люди, артисты, которые тем или иным образом прославили Самарскую область. Вот, например, это портрет легенды Самарского театра Веры Александровны Ершовой. Увидеть портреты актеров, которые внесли свой вклад в театральную Самару, может любой желающий. Выставка проработает до конца октября. Вход свободный. Мария Левина, Константин Головин. События.